Всем привет! Сегодня я расскажу о том, что я готовила на сегодня. Это были обычные блюда, ничего такого. Я извиняюсь, я заболела, вот поэтому меня не будет видно сегодня. В общем, начну я. Вот с блюда гречка. Я сварила просто гречку, обжарила грибочки с луком, добавила перчика туда немножко черного, молотого. В общем, получилась гречка с грибами. Вот так вот это все выглядит. Я надеюсь, что будет вкусненько. Хотя гречка вкусная в любом виде. Так, еще я сварила просто картошечку, добавила туда зелени. Вот так вот это все выглядит. Так, еще я сделала два салатика. Первый салатик у меня идет с огурцами, капустой, лучка немножко и зелени побольше. И второй салатик — это редисочка, тоже лучка чуть-чуть и зелени немножко. Салаты я еще не решила, с чем я буду делать. Может, один с маслицем, один сделаю с майонезиком. Вот. Ну, желаю тоже всем приятного аппетита. Всем спасибо за внимание. Всем до свидания.